хочу рассказать, как сделать заготовку для любого дерева и даже для бонсай. Конечно, это не совсем бонсай. У того дерева ствол потолще и более такие корявые, изогнутые в разные стороны ветки. Но принцип везде одинаковый. Просто я эту заготовку делала для осеннего дерева. Я хотела дубочек сделать такой молоденький. У него довольно толстенький ствол и толстенькие веточки. Если сделать еще более толстый ствол и веточки в разные стороны и загнуть их побольше, то будет похоже на бонсай. Вы увидите сейчас видео, как я это делала. Принцип очень легкий. На проволоку накручиваются газеты, газетные такие трубочки. Вот здесь я делала пошире. К верхушке дерева все тоньше, ну и постаралась то же самое сохранить на веточках. Друзья, если вам нравится мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь моим видео. Обмажем нашу заготовку акриловой шпатлевкой.
кустика вот такой желудь настоящий, слишком большой. Можно его сделать из бусинки. А можно сделать из настоящего желудя. Смотрите как. Значит, желудь очень легко режется. Серединку вытаскиваем. Шляпку от желудя, чтобы она была поменьше, вот такую шляпку. Берем наждачную бумагу. Соединяем половинку обрезанного желудя и спиленную шляпку от желудя. А это вот